Вернемся к теории относительности, наверное, да, так сказать, или... Ну, пока что, пока никто не озвучит никакой вопрос. Нет, ну, есть вопрос, все. Можно? Ну, можно. Вот, ну, естественно, есть у нас есть электродинамика Циковского, вот, причем вот это вот, ну, такая, я бы сказал, смесь эфира с теорией относительности, что там еще, чем все это лучше. Той теории. Недостаточно ли того, что, допустим, сделал Циковский? Вот. Это раз, это главный вопрос. А второй вот тут по поводу экспериментов. Это реальные эксперименты или это мысленные эксперименты? Вот с часами на воздухе, в воде, там часы в сжатом воздухе или просто в обычной атмосфере? То есть какова реальность этих экспериментов? Вы знаете, эксперименты делаются настолько просто, что я даже, как говорится, ну, возьмите часы обычные, он, так сказать... Вы их делали реально? Да, воду ложите в ванну, одну в ванну, другую вон это самое. То есть эксперименты... Где-то, они где-то, нет, вопрос такой, они где-то описаны, эти эксперименты? Потому что они представляют отдельный интерес для меня. Эксперименты, они описаны в первой части, я делал водовороты в свое время, а вот эти эксперименты, они простые. Если у вас звуковые часы, вы можете просто их взять вот такой... Нет, я не об этом. Я о том, что как отдельная работа. Вот проделан эксперимент, проделаны измерения, наблюдения, отдельное описание. Потому что, например, с моей точки зрения, эти эксперименты представляют совершенно отдельный интерес. Они связаны с эфиродинамикой. Вот, это первое. И все-таки по поводу Циковского, тут периодически возникало... Ну, в чем разница, да, так сказать? Да, так сказать, в чем, так сказать, и, так сказать, здесь вот все это... Недостаточно ли того, что сделал Циковский? Ну, давайте так. Циковский, вот, к теории относительности, он, извините, его работа... У Циковского есть работа по теории относительности. Вот он ее закопал и сказал, что больше не надо ее возрождать. Потому что, так он сказал, не надо ее трогать, ибо труп, да, если начинаешь его трогать, он начинает дурно вонять. Совершенно верно. Поэтому я здесь делаю продолжение как бы теории относительности на эфирной основе. Понимаете? На эфирной. То есть... Фактически возвращаемся на 100 лет назад, когда эфир был запрещен, и начинаем вот уже по-нормальному объяснять те процессы, которые происходят. Вот когда я вам сказал, что время в воде и в воздухе по-разному идет, вы с этим согласны или хотите как бы поэкспериментировать? Я с этим согласен, но мне это очень хотелось бы... Еще я даже знаю почему, но это отдельный разговор. Да, это связано с изменением плотности эфирной среды. Вот, дело не в этом. А дело в том, что, понимаете, одно дело теоретически это знать, а другое дело провести реальный эксперимент, зафиксировать все условия проведения эксперимента и сделать некий, ну, статью, отчет, все что угодно. И опубликовать его хоть где-нибудь, хоть на форуме, хоть, например, на Sky Community для всеобщего ознакомления. Вы смотрели, что там написано 10-я часть. Нет, я только слышал доклад. То есть, если вы хотите, я в первых частях, первой, второй, третьей, все это описывал, так сказать, и, ну, как бы, меня... Сейчас вопрос такой, есть ли таблицы с данными эксперимента? Да, не скажу тогда. Ну, я просто, да, есть. Ну, вот меня это отдельно интересует. И второй, конечно, вопрос все-таки... А надо было все это придумывать, если все это следует, например, из того же Циковского. То есть без всяких хитрых эфиров, без, так сказать, там, ну, в общем, таких дополнительных... Да, я понял вопрос. Дело в том, что вот моя работа отличается от работы Циковского чем? Что у меня плоские водовороты. Понимаете? Плоские. И это отличие, которое, ну, как бы... отличает мою работу от него, потому что из-за того, что водовороты плоские, у меня получается плоская гравитация. Понимаете, у меня получается, что гравитация черной дыры не круглая, а плоская. Этого вот Циковского нет. Понимаете, из-за того, что у меня... По-моему, круг тоже плоская фигура, ну да ладно. Нет, вот гравитация...
Я прекрасно понял. Плоская, вот отличие. То есть, ну, а вопрос, нет, вопрос другой, а черная дыра-то есть? Вот, она принята как бы априори, что вот она и есть. А, например, из эфир-динамики отнюдь не следует, что она существует в природе. Что это не просто как математическая химера некоторая. Следующая из помеси, ну, если теория относительности следующая, конечно, мы ходим. Ну, понимаете, каждая теория, она должна проверяться, критерием является эксперимент. Я вот говорю, что вот гравитация черной дыры плоская. Почему? И вот то, что мы видим, вот спирали, это как раз гравитация черной дыры, создана элементарной... Фактически мы смотрим на протон. Когда мы смотрим на спираль, это протон. Вот эта частичка так себя проявляет, ее гравитация. И второе еще отличительное следствие, каждая теория должна какие-то следствия быть. Когда происходит взрыв, допустим, звезды, если он происходит вот так, как мы привыкли, фейерверк, знаете, в разные стороны, так бах, это означает, что внутри черной дыры нету. Но если, так сказать, сжимается до черной дыры, то вы вот уберете тесто и сжимаете его так, и оно проходит через пальцы. То есть взрыв будет не во все стороны. А взрыв будет как бы юбочками, понимаете? То есть, и по вот этим юбочкам мы будем... Вот, кстати, квазар — это и есть черная дыра. Когда уходит за горизонт, остается единственная точка. Это вот, ну, как я там показал, что в центре нету гравитации. И оттуда вот как раз этой точки и вырывается материя. Потому что из других точек гравитация ее не вырвет, ну, не даст выйти. Ну, это понятно. Поэтому... Так, а вопрос стабильности? Вот, скажем, вы говорите о протоне и в отличие, скажем, вашей модели, у вас модели плоские, а у Цуковского вихрь, пироидальные. Ну, это отдельный вопрос, который рассматривал, да, а Цуковский рассматривал специально, то есть он полагает и, ну, пытался, по крайней мере, математически показать, что его, скажем, эфир, сжатый до состояния протона, ну и соответствует, так сказать, он будет существовать те самые миллиарды лет, и которые реально протоны существуют. Каковы оценки стабильности ваших вихревых структур вот с этой точки зрения? Как бы они могут существовать? И что их удерживает? Ну, я понял. Я вот привожу строение эфира. Видите, вот. Сейчас. Или проскочу. Вот строение эфира, правильно? Вот как формируется электромагнитная волна. От одного к другому. Ну, диполь. Вот, ну, по аналогии. Хотя тут не совсем как бы диполь, но пусть будет диполь. Вот распространение света, правильно? Вот как движется свет. Видите, EH, EH, ну, дискретное пространство. От одного к другому. От одного к другому. Простая механическая модель без вот этих самых. Вот этого я не вижу. Нет, это так, нет. Но это не там другое. Нет, вопрос о протоне. Да, я понял. Ну, что удерживает протон от распада? Ну, это вы его закрутили. Протон от распада. Я показывал здесь, что вот существует только выход. Я хотел здесь сказать, почему вообще существует протон и почему вообще существует электрон. Вы где-нибудь это слышали? Это просто две частоты, которые идеально вписываются в водоворот. Других частот не существует. Вот есть протон, вот есть электрон. Чуть-чуть в сторону происходит рассогласование. Это бы хотелось, конечно, действительно поподробнее, потому что один, на мой взгляд, нерешенный вопрос в эфиродинамике. Почему насчет электрона? Это отдельный разговор. Да, почему электрон? Почему протон? Нет, протон. Электрон – это нестабильная частица, не существующий, вообще-то говоря, глобально сама по себе. А вот протон существует сам по себе, ну, вместе с, естественно, с нейтроном. И они существуют долго. Значит, должен быть какой-то механизм, не просто вот, так сказать, а именно удерживающий, ну, не на частотном просто уровне, а на физическом уровне. Что физически удерживает протон? Когда вы волну сворачиваете, правильно, ее можно свернуть так. Плюсик против минусика. И тогда что? Они притягиваются, правильно? А если вы чуть-чуть рассогласуетесь, так сказать, то
этот водоворот разорвется. Он не стягивается электромагнитными как бы составляющими. Я понял. Ну, то есть все исходит от исходной модели эфира. То есть вы ввели первоначальную дипольную модель таймеров, назовем их, и это, так сказать, ну вот обеспечивает, по крайней мере, решение. Кстати, получается, что только вот три волны можно вписать в водоворот. Другие вы не впишете просто. Ну, вот это, кстати, да, вопрос для меня пока не решен. Понимаете? Потому что, что для меня почему было... протон такой, а не на? Вот здесь можно таки. Ну, понимаете, я же говорю, вот вы возьмите водоворот, вы можете его, допустим, вот... Нет, я все понял, я как раз понял, то есть как раз для меня этот вопрос именно в другом стоит. То есть у меня есть один вопрос, скажем, к тому же Ацуковскому и вообще к этому миру, что вот почему протон, вихревой протон, вот он встает на этом уровне и особенно, так сказать, нашел какое-то стабильное или метастабильное состояние и в нем существует, ни больше, ни меньше. Ну, плюс-минус там, конечно, отклонение есть, если по нему стукнуть, он там начинает что-то из себя изрыгать, но тем не менее развалить протон очень тяжело. Не знаю, кому-то еще удалось, пока прыгнет. Протоны вроде пока не разваливаются. То есть, значит, это очень стабильное положение. Его действительно чем-то надо так крепко удерживать. То есть, может быть, действительно вот это вот, я просто так говорю, что, допустим, модель незаряженных амеров, вот, она может быть, допустим, модель дипольных амеров, она может действительно более такая, что, ну, где-то там лучше работает. Вы понимаете, у вас работает. Давайте так, смотрите, вот когда я вам что-то объясняю, правильно, вы меня понимаете? Ну, как же. Понимаете, правильно? Послушайте других. Ну, честно говоря, там будут хорошие слова, красивые, там, но они, я стараюсь избегать вот этих слов, так сказать, пытаюсь по-простому объяснить, чтобы было понятно. Если вы возьмете вот водоворот, создадите, и плотность будет... центру изменяться, правильно? И скорость света будет тоже изменяться, правильно? И когда вы загоняете в водоворот волну, то будет только две волны, которые будут вот плюс против минус. Как-то. Нет, это понятно, что будет... Нет, в вашей модели, да, есть такое стабильное положение, да. Когда... Еще третья вещь, которая очень важна. Вы дело в том, что когда в водоворот закрутите вот так все, хвостик электромагнитной волны, ну, синусоиды, он не впишется, он будет вот, вот здесь. Вот тут вы вписали в водовороте, а синусоида вот так растянулась вот по вот этому вот водоворотику. Понимаете? Это как хвостик. Вот это и есть заряд. На небольшом расстоянии он действительно пропорционален квадрату расстояния. Но так как это хвостик растянутый синусоиды, очень простой пример, я там вот в статьях своих привожу. Вы можете взять синусоиду, и потом, ну, там время t. И возьмите и измените не t, а единица на t. И все. И вы получите, так сказать, классическое распределение. Ну, вот. Вы увидите, что синусоида последняя растянется. А вот там, где будет... А остальное свернется. Ну, там есть часть, по-моему, у меня в статье... Какая там она у меня где-то? Это часть... Заряд... Сейчас, вот. А, часть шестая. Электрический заряд, там описано популярно, просто. И, то есть в чем прелесть эфира? Он позволяет мне... очень просто написать, понимаете? Мне не надо доказывать прелесть эфира. Да. Я законченный эфирщик. Единственная возможность, допустим, как-то объяснить вот эти вещи, это, к сожалению, вот через эфир. У Ацуковского, я говорю, много у меня совпадений. Я считаю, что мы бежим в одну сторону. Но у меня вот плоскости, понятно, да? И поэтому... Ну, да. А у него торы. И, ну, скажем так, у меня получается вот гравитация черной дыры плоская. У него там... И в результате взрыв получается такими юбочками, понимаете? И в зависимости от этих методов, я могу определить степень сжатия черной дыры. Потому что степень сжатия определяется, насколько вот близко подошли вот эти плоскости друг к другу, как они мешают друг другу, понимаете? Если они вот так сложились, это квазар. Вот, раз вы увидели это самое. И единственная точка выхода – это вот это. А если они сложились вот так, то возникают еще такие юбочки, понимаете? То есть немножко другой будет взрыв.
Если сложилось вот так, взрыв будет только в одном из двух точек. Гравитация по-другому не выпустит. А если они сложились вот так, то там будет другая картина взрыва. Картина взрыва будет не верная. А вот я говорю, вы возьмите тесто, руку, сожмите, и вот у вас вот это тесто вылетит. Вот эти юбочки будут образовываться. Ну, картина упрощает и дает возможность физически понять, не физически, а не математически, понимаете? Вот почему существует протон и электрон? Да вы по-другому не видите. Если вы возьмете два протона и столкнете другого электрона, они разлетятся, но может, в других водоворотиках. Ну, мне не удалось сталкивать в водоворотике так. Я так брал линейкой. Ну, иногда тоже удавалось сталкиваться, образовывался там маленький водоворотик. То есть я беру два водоворотика, сталкиваю, образуется там третий маленький, но он быстро рассыпается. То есть понимание гравитации, понимание времени, и понимание... Вот у меня понимание времени — это изменение плотности. Ну что тут непонятно? Взял часики, есть звуковые часы у кого-то, вы можете просто запустить. Ну, в аэродинамике время никак ни от чего не зависит. Там время, так сказать, не связано никак. Да, ну это очень интересно, как вы, ну, скинете или дадите ссылки на работы, как, опять же, как время зависит от плотности, ну, экспериментальные, в смысле, данные, вы каких-нибудь статьи, либо как у вас там часть какая-то, вы ее пришлете, чтобы я ее разместил. А то этот момент интересный, как вы это наблюдали. А то есть все-таки, когда мы часы берем какие-то и помещаем их в другую среду, среду, то надо, наверное, учесть каким-то образом влияние на механизмы, соответственно, другой плотности. То, что механизмы сами по себе будут идти. То есть часы могут идти медленнее, не то, что время медленнее, а то, что часы медленнее идут. Часы и время — это, наверное, немножко разные вещи. Ну, понимаете, я делаю эксперименты, но я понимаю, что эти эксперименты не совсем правильные, потому что эфир — это сверхтекучая среда. Правильно было бы, вот я беру маятник, правильно, маятник в воздухе. Я делаю маятник в воздухе. Да. В воздухе делаю колебания. Маятник, допустим, делает 12 колебаний и, грубо говоря, останавливается. Угу. В воде из-за трения, так сказать, из-за того, что существует трение, он делает меньше колебаний, но это из-за трения. Если бы среда, вода была сверхтекучей, то он бы там, вот, ну, я беру ручку, правильно? Вот. Я понимаю, что затухающие колебания, то, что среда сопротивляется, это понятно. Это все описывается там в стандартной теории. Мы берем ручку, допустим, ее, она остановилась, но она остановилась из-за трения. Если бы я то же самое сделал, допустим, в ракете, она бы летела вечно и бесконечно. Поэтому, к сожалению, в этих опытах вот эти вещи надо учитывать. Если бы, возможности сверхтекучей среды у меня, к сожалению, нет. Поэтому вот этот момент... Он смазывает картину, но так как мы пытаемся хотя бы выявить существо вопроса, то если водоворот, ореолевые силы, там надо учитывать все эти вещи и понимать, что это просто вот и отчленять, и выявлять суть как бы вопроса, что ли. Потому что вот эти вот трения, оно смазывает эффект. И вы можете Оно, наверное, основной вклад и вносит, наверное, в эффект. Ну, к сожалению, вот эта вещь. Звуковые часы, у меня были маленькие звуковые часы, я бутылку из-под пепсиколы бросал, и потом просто вот так сжимал и слышал, как изменяется звук. То есть, меняя плотность, просто даже в пепсиколе чувствуется по звуку, что частота меняется. Ничего сложного нету. Другое дело, мы будем, там надо тоже учитывать, до определенного сжатия начнет выделяться вода, и дальше, так сказать, эффект не будет проявляться, он будет проявляться на определенном... это, как говорится, физика. Понятно, да? Хорошо, понятно. Ладно, еще вопросы кто-нибудь хочет задать докладчику? Давайте я еще, если хотите, вот по времени. Это самый интересный вопрос, да, который может... Сейчас, там, секунду. Плотности. Я вот, к сожалению, не могу разобрать или по нику. Сейчас, если выясним. Спросить, можно, да? Да, или конечно. Гравитация черной дыры плоская. Слышно, хорошо, говорите.
Вот у меня такой вопрос. Он скорее не только к вам, а вообще вот ко всем эфирщикам. Значит, почему используется термин эфир? Никак не пойму. Вот сейчас поясню суть вопроса. Дело такое. Я понял вопрос. Ну, да, нет, давайте, нет. Пусть говорит вопрос. Вы не поняли. Я понял, термин эфир. Было, нет. Значит, эфир, то есть пространство между телами было пустым. Потом решили, что оно должно быть наполнено. Придумали, значит, что он будет называться эфир. Задали ему параметры, то есть свойства, так? Испробовали, решили, что эти свойства не подходят. И решили, сказали, что эфир нам не подходит. Отложили в сторону. Теперь вы используете, опять же, эфир, но свойства другие. Правильно? Я понимаю. Да, правильно. Тогда скажите, а как называть вот тот эфир, который был всеми свойствами? Эфир П плохой или эфир З забытый? То есть почему вот у людей, придумавших, допустим, термин эфир, есть на него право? А вы меняете как бы название, то есть не название, а используете название, во-первых, а во-вторых, меняете свойства, которые предложили. Как вот этот вот объяснить вопрос? Ну, давайте так сказать, вот вы знаете одну историю. Я, к сожалению, не хотел этой темы касаться, но, наверное, придется. Понимаете, когда я начал заниматься изучением, так сказать, вот, эфира, я могу не назвать там эфира, а эфир, допустим. Да, эфир. Я пришел... Эфир тоже занято. Давайте вы будем сказать свою... Другое слово. Мировоззрение. Я вам расскажу свою. Я начал заниматься изучением эфира. И пришел к выводу к Тесла. В свое время Тесла... все ученые стояли на позициях эфира. Но Тесла каким-то образом... у него были покровители, спонсоры. И он сказал, что из эфира можно получить энергию. И очень сильно напугал Моргана и других товарищей, которые ну, в то время хорошо зарабатывали на нефти. Понимаете, ученые такие ребята, что вот я прибежал, сделал открытие, поблагодарите меня. Вместо спасибо можно спокойно заработать пулю. Эти люди, это деньги, понимаете, мы не понимаем этих вещей. Тесла как-то вот его закрыли, сделали из него там психа. Если вы помните, он умер где? В постели, правильно? В гостинице. То есть плохо работал, мало сделал для людей, свои квартирки не купил, ни домика, ничего. Умер, как бы говорится. На самом деле он просто был подконтролен. В результате я смотрел, много людей в этот момент, которые занимались эфиром, каким-то странным образом исчезли. Эту работу очень хорошо Сальт проделал. Если вы хотите, вы можете посмотреть так и так. В результате был запрет на эфир. И вот ваше понимание... То есть его просто закрыли. Почему? Ну, у меня там вышки нефтяные, я качаю миллионы долларов, а тут вы сейчас можете мне, как бы, мой бизнес. Они войны организовывали, 20 миллионов убивали, а им сотню-две ученых погоды не делают. Эфир был закрыт, и закрыт очень серьезно. У нас он был, так сказал про эфир, ему 10 лет дали. Поэтому как Отсюковский удалось ему это дело пробить, тут, конечно, он молодец. То есть то, что вы говорите, аргументацию... То, что я это не знаю. Почему именно говорить эфир? Вот если бы я был, так сказать, владельцем этого термина, я мог бы предъявить вам просто иск. Почему вы мой термин извратили? Почему не назвать там, ну, какое-то новое слово просто придумать? Да, я применил новое слово. Вот тот эфир, который был изначально, и как их вообще различать? Ваш эфир, тот изначальный эфир. Айтуковского эфир. Почему эфир? Эфир? Тогда есть еще один момент. Есть понятие метр. Оно за последние пару веков изменилось. Почему мы по-прежнему используем слово метр? Тот метр, который сегодня, это не тот метр, который два века назад. Оно не изменилось. Оно изменилось там, нет, если посмотреть стандарт, то сейчас метр от того, который был, он отличается. Отличается, на бог знает, какой знак после запятой, но отличается. Сама длина метра как бы не изменилась. Изменилась способ измерения. Нет, длина метра стандарт, как раз... Эталон, скажем, метра поменялся.
сейчас то могу даже... Вместо... Почему я ввел понятие эфир, правильно? Если вы посмотрите на мою фото, я сначала ввел понятие криптон, крепкая волна, чтобы не связываться с эфиром, потому что там много нанесенного, много извращенного, понимаете? А использую эфир как дань уважения к ученым, которые, к сожалению, не смогли доразвить свои теории и были... это дань уважения. И я не использую Амера, я не понимаю, что это. Я использую крепкая волна, криптон. Я с первых... Ладно, по этому поводу я понял. Ну, в принципе... Еще один вопрос. Да. Многие, еще такой маленький вещь. Многие ученые действительно вместо боятся употреблять слово эфир. Для этого применяют там пространство. Такие на самом деле они лукавят. И, в общем-то, речь идет о том же эфире, который был запрещен. Я вам объяснил, наверное, почему. Но если есть, я смотрю, там работы Сали, он в этом деле больше времени потратил, я так меньше. Но, в принципе, я пришел к странным выводам, что почему-то в какой-то момент эта вещь была запрещена, и очень по каким-то странным обстоятельствам, понимаете. И запрещена так серьезно, запрещена. Поэтому, мне кажется, тут имеет просто финансовый интерес, который мы, как ученые, не понимаем, понимаете. Мы своего рода тут одуванчики, мы тут своим работой занимаем, и не можем, что мы кому-то можем наступить на... А люди – это же деньги, понимаете? 90% преступления... Хорошо, давайте тогда говорить не о политике, а о физике, а то все-таки у нас времени. Еще один такой вопрос. Спасибо, почему используется эфир, я поэтому попытался ответить. Ладно, понятно. Еще один вопрос есть. Вы считаете, что свет просто затухает. То есть, по вашему мнению, получается, что Вселенная не расширяется. Так? Нет, я так не сказал. Я сказал, что свет... Подождите, по определенному закону, правильно? И чтобы узнать, расширяется Вселенная или сжимается, надо изменять отклонение от этого закона, который уменьшается пропорционально, допустим, 1/2 в степени К. И надо изучать именно это. Что есть новое явление, которое мы, доплеровский эффект, мы понимаем, что это такое. Но в такой момент, как стирание света или затухание света, его надо, его можно, я там показал, как его можно вычислить. По разнице между световой и частотной характеристики. То есть мы берем свечу, надо это сделать эксперимент, но берем свечу и замеряем ее светимость на определенном расстоянии, правильно? Потом относим на какое-то определенное расстояние, смотрим, насколько произошло затухание светимости, яркости света. А потом измеряем, есть ли изменение частоты на этом расстоянии. И изменение частоты на этом расстоянии можно описать двумя способами. Либо объект от нас удаляется, либо свет стирается. И разница между спектральным, изменением частоты спектра и светимостью может дать нам этот закон. Но сейчас пока я не могу добраться. Вообще-то у меня 20 частей, я попытаюсь в других частях описать. Давайте я вам дам последнюю вещь, которая компьютерная проработка у меня. Вы же будете измерять в воздухе это все? Нет, подождите. Мы же хотим там это все... между звездами. Для этого есть сказать, по вашему эфиру. Да. У нас же нету под рукой чистого эфира, чтобы проверить это. А второе, тут такой вопрос, когда было открыто расширение, это было огромным шоком для всех ученых. Подождите, насчет расширения. Считалось, что Вселенная должна бы быть какой-то стабильной. Я думаю, наверное, попробовали все затухания и т.д. и т.п., они как-то не получились. Почему-то. Я отвечу вам на ваш вопрос. Хотел сказать. Ее хотели, чтобы она сжималась, скорее всего. Нет, гравитация действует, она должна сжиматься, по идее, подходили к этому вопросу. А тут она расширяется. Ребята, а у нас не исполняется закон всемирного тяготения, представляете? И тут, наверное, и затухание света попробовали, разобрали, и так далее, что-то это,
не вышло. А почему вообще оно нужно, затухание света? Вот какой смысл в этом? Давайте так опять, понимаете, у нас разное понимание с вами истории. Я вам сказал с самого начала, что Хаббард сказал, что свет стареет, правильно? Он это почувствовал. Но когда он сказал «стареет», люди поняли, что он пытается выйти на эфир. А эфир был, я вам сказал, ну вы, понимаете, вы затрагиваете вопросы денег. И в результате ему немножко, я так сказал, я так понял, что сказал бы он, что, так сказать, расширяется, им получил бы денег, Нобелевскую премию и так-то, и так-то. Но он, к сожалению, сказал, что он стареет. Он не мог сказать, что эфир тормозится, потому что, ну, время было такое. Поэтому у нас вот из-за разного понимания истории, вот я обнаружил, к сожалению, такое вмешивание определенных, как бы, ну, опять-таки, о политике, давайте лучше науки. То есть я вам хотел сказать, что Хаббард сказал, стареет. Вот если он сказал то же самое, что и Циковский, что он стирается. Но когда был термин эфир запрещен, ну, по-другому... В то время уже был этот вакуум физический, вполне это самое, вакуум потормозить. Что бы ему не потормозить-то? Не постирать. В принципе, вакуум, да, это аналог эфира. Просто вот ученые придумали другое название. Не стали пользоваться названием эфир. Термин эфир, он был определен так, неподходящий и с неподходящими свойствами, и оставлен. И использовать стали термин, значит, физический вакуум. Принципиально сейчас сам физический вакуум тоже не очень-то его свойства подходящие, но нового нету, и пока пользуются вот этим. Вот я понимаю это вот так. Почему бы скажем это не потормозить? Я понимаю, что термин физический вакуум, эфир был запрещен. И вот этот запрет как-то очень жестко действовал, понимаете? Ну опять же, это давайте о физике. И у кого там так часы стучат? Это невозможно. Ну не у меня точно. Вот возьмите эти часики, опустите в воду, посмотрите, что будет. Они не электрические, а маятниковые. Ну тогда, ну там ко времени навряд ли какое отношение будет. Там будет вязкость какая-нибудь, либо да, жидкость. Ну ладно, давайте о терминологии мы поняли. Если мы говорим об одном и том же, но понимаем, что разные слова используем, то мы солим эту тему. Я хочу понять, мой вопрос... заключается вот в чем. Для чего нужно торможение, если все равно она расширяется? Какой смысл вот этого нахождения торможения, да, если он все равно расширяется? А кто сказал, что она расширяется? Если человек... Так она расширяется или сжимается, или вообще на месте стоит? Вот вы сказали стирание света. Скажите, да, что с вашей Вселенной происходит? Она расширяется от стирания, сжимается, стоит на месте. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно знать две вещи. То есть, как стирается свет. И потом узнать отклонение от вот этого графика. Я вроде там показывал, что надо измерять отклонение от графика. Ну, к примеру, вот, допустим, мы находимся от такой света, свет потерял половину энергии, правильно? Мы это точно знаем. Поэтому, если знаем, так сказать, вот эту вот величину, потом смотрим, в какую сторону, так сказать, ну, если она разбегается, то свет сотрется больше, потому что топлив заберет определенную часть, свет сотрется больше. Тогда я говорю, что она разбегается. Но если, так сказать, она расширяется, то свет, который к нам дошел, он, так сказать, ну, получит догородскую добавку. И по этой отклонении, вот этой вот, когда свет должен быть, ну, стерт наполовину, ну, давайте конкретно, у него было, ну, он стерся наполовину. Я точно знаю, что он должен на этом расстоянии стереться наполовину. А он взял и стерся больше. Это означает, что Вселенная расширяется. Если у нас все, все меньше, доплеровский эффект добавился, значит, Вселенная сжимается. Ну вот и все. Но сейчас говорить об этом, не зная вот закон, ну, надо его вычислить, скажем так. Потому что, ну, внешняя формула дана, но коэффициент, скажем так, не ясен.
Я понятно объясню или не совсем? Да не совсем. Дело вот в чем. Давайте еще раз объясню. Нет, хорошо. У вас, вы пока что ввиду отсутствия экспериментальных данных не можете сказать, расширяется она у вас либо сжимается. Но у вас есть способ определить либо то, либо другое. Естественно. Вот. Вы считаете, что на протяжении вот уже многих-многих лет никто не попробовал постирать след? Как вы его сотрете? Допустим, света нужно пройти 5 миллиардов лет, ну так, по моим приблизительным расчетам, чтобы потерять энергию вдвое. 5 миллиардов световых лет. Как вы поставите вот этот эксперимент? Никто не занимался этим вопросом, что ли? Ну, я вам говорю, что гравитация черной дыры плоская. Кто-то этим вопросом занимался? На коллайдере говорят, что образуется черная дыра. Я говорю, неправда. Заряд относительный, вы не сожмете до черной дыры. 10 миллионов, либо я ошибаюсь, либо 10 миллионов ученых. Но тут же физики нет, чем больше, тем правее, понимаете? Так, я так понимаю, ответ на поставленный вопрос, то, что даже если занимался, то вы не в курсе, ставили ли такие эксперименты, как-то это так, наверное, выглядит. Может быть, кто-то и занимался, кто их знает. Но на слуху, чтобы это было известно, значит, такого нам неизвестно. Да, вот на слуху есть то, что вот... В андроидной коллайдере образуется черная дыра. Я говорю, вы не разгонитесь до черной дыры, потому что заряд относительный. Говорят, что черная дыра имеет круглую гравитацию. Я говорю, нет, гравитация черной дыры плоская. Ну, вот разница. Говорят, что Вселенная расширяется. Я говорю, что, ну, в принципе, я Циковский говорил, и Хаббард говорит, что нет, это под вопросом еще. Потому что мы не учитываем такой эффект, как стирание света, понимаете? При прохождении через эфир. Ну, он стирается. Ну так, ну, чтобы пройти какой-то. Ну, эфир сквозь текущая среда. Но не настолько, чтобы вот, ну, за 5 миллиардов лет он наполовину сотрется. То есть теряет половину своей энергии. В результате изменяется частота. И надо измерять отклонение от вот этого стирания. И в зависимости от отклонения от этого стирания говорить, так сказать, Вселенная увеличивается или расширяется. Просто мы не учитываем, мы знаем доплеровский эффект. Но стирание света мы как бы не учитываем. Потому что был запрет на эфир, и надо было говорить, ну, он стареет. Ну, я сомневаюсь, что Хаббард понимал, что такое стареет. Вот тогда Циковский говорит, стирается. Я понимаю, он понимает. А Хаббард, ну, может, нельзя было так говорить. Хаббардом вы Хаббла понимаете, в смысле, да? Хаббла, да, Хаббла, извиняюсь. Да, да. В общем, это понятно. Вопрос можно такой? А вот энергия, значит, он стирается, энергию теряет. Куда она дается вообще, вот эта энергия у вас? Куда? Я понял, да. На разогрев эфира. Так, а какие-нибудь эффекты? Должны быть какие-нибудь эффекты от этого? Он должен же быть виден, что эфир начинает светиться, например. Я понял вопрос сразу. Я беру вот ведро горячей воды из океана, правильно? Скажем, холодной воды. Нагреваю его, сливаю обратно в океан. Океан нагрелся, безусловно. Но как измерить вот это вот изменение его? Ведро и океан, это ж немножко разные. То есть идет на разогрев эфира. Но эфир, это ж среда сверхтекучая, я там нарисовал график. Как его померить, как его зацепить? Вообще частички, вот протон, электрон проявляются только тому, потому что они упорядочили пространство, и мы их видим. Понимаете, взять их как-то можно. Но так вот измерить температуру вакуума, вот здесь вопрос. А зачем измерять температуру вакуума? Вот известный эффект, что из пустоты рождаются частицы. Значит, если вакуум, этот самый эфир ваш разогревается, из него должны рождаться, он должен светиться. Светится, вот проходит, стирается свет, значит, вот этот вот эфир должен излучать. Он отнял энергию, потом излучает. Он должен светиться кругом. Вот у нас вообще все должно быть кругом светло. Нет, а почему он в свете должен светиться? Это неправильное понимание. Какое неправильное? Энергия куда? Вот свет идет через эфир, значит, стирается, ну ладно, стерся, энергию отдал эфиру, а эфир-то должен светиться от этого. Мы знаем, что в полях там, значит, рождаются частицы,
Так он должен рождать частицы. Вот он, так он и рождает их. Он их рождает. А микроволновые космические излучения. Извините, что это? Это не свечение? Я предлагаю, когда вопрос задается докладчику, то, наверное, докладчик отреагирует. Молчу. Спасибо. Мой товарищ, к сожалению, правильно сказал. Я вот почему говорю, вот выступление очень хорошее. Потому что я когда был на семинаре, мне вот некоторые товарищи задали вопросы, над которыми потом месяц пришлось подумать. То есть, я еще раз говорю, мы работаем на передней части, и некоторые вопросы, ну, чтобы на них ответить, надо требуется время проработки, понимаете? Вот так сразу, вот, то, что эфир должен светиться, то, что он должен нагревать, передавать эту энергию другим частичкам, ну, возможно. Тут вот, понимаете, мы имеем в виду эфир с текущей средой, которая, ну, проявляет себя... Ну, я не уверен, что она должна, так сказать, светиться точно не должна. Нагреться, но вот проявляться как... Тут надо вопрос продумать. Я подумаю над этим вопросом и как-то отвечу, может, более точно. Ну, хорошо, подумайте. Да. А вот, вот показать связь со временем, потому что многие говорят, что такое время. Вот, мне кажется, здесь вот дается простой ответ на этот вопрос. Хотя бы парадокс близнецов. Вот то, что я объяснил, понятно, что если вот от Земли улетит ракета, то система не инвариантна. Если две ракеты в разную сторону от Земли улетят, а потом встретятся, то они ничего между собой, между ними ничего не произойдет. Только третья среда, ну, цилиндрик же, останется на Земле. Там не будет сжатия. Потому что вы оттолкнулись от Земли, Земля ушла со скоростью 1 метр, а ракета улетела со скоростью 3, ну, близкой скорости света. Там цилиндрик сжался, время замедлилось. А на Земле цилиндрик остался такой. И когда вы прилетите, время будет показывать раз. Человек там действительно может объяснить. Но если мы почти изменение плотности принести туда, то мы можем также сделать изменение времени. То есть время напрямую связано с плотностью. Так, Намаз, если вы хотите что-то спросить, то спросите, иначе можете микрофон выключить, иначе звук ужасный. Фонит очень сильно. Так, спасибо. Такой момент, который я вот сейчас рассказываю, для меня труднее всего было вот понимание, что гравитация, во-первых, не изменяется пропорционально квадрату расстояния. То есть при определенном пределе, то есть мы не сможем сжимать до бесконечности. Там единица на квадрат и бесконечность. Глупость полная. Следствие теории говорит о том, что мы будем изменять плотность, изменяется до плотности половину радиуса черной дыры. То есть потому что вот складывается. Второе очень сложное было для меня понимание, это то, что, чем, что из-за вращения гравитация будет изменяться не пропорционально квадрату. То, что мы вывели как пропорционально квадрат, это из-за того, что мы попали в зону совпадения, понимаете? Это то же самое, как стрелять из ружья, и на 100 метрах, говорит, пуля летит ровно. Да, на 100 метрах ровно, а дальше уже не ровно. Дальше будет изменяться, так сказать, по гиперболе. Поэтому пропорционально квадрату расстояния, она будет изменяться, но вот за пределами нашей Солнечной системы уже начнутся отличия. Это было тоже очень сложно понять. И гравитация, вот это, ну, вот это предположение, что это распределяется по нормальному закону. Это надо проверять. Ну, здесь вот. Хорошо, Сергей Николаевич, а то вы про квадрат гравитации уже третий раз на самом деле говорите, а у нас время немножко. Время немножко, да, ограничено. Работ 10 частей, если кто-то хочет прочитать. Да, вы можете мне их прислать, я их всех, ну и выложу. Сразу. Да, можете так. Ну, хорошо. Желание вопрос задать. Может, у кого-нибудь еще появилось?
Вот еще да. такой вопрос. Вот, да, пожалуйста, вопрос. Ну, вопрос. Тогда я скажу. Вот Лоренцевое сложение скоростей. Если вы поняли, что этот подход неправильный, то это уже хорошо. Ну, вот я здесь привел пример. Человек и поезд, да, но звук, то тут, ну, эфир – это то же самое, свет – это тоже аналог звука. Если я вам буду, к вам буду бежать с микрофоном, моя скорость сложится со скоростью звука или нет? Если вы ответите на этот вопрос, вам станет многое понятно. То же самое, как эффект близнецов. Если вы поймете, что цилиндрик, который остался на Земле, он будет, так сказать, не такой сжатый, как тот, который на орбите, тоже уже хорошо. Но главное, что это позволяет все это представить зрительно, что мне кажется очень интересным. Еще вопросы, пожалуйста, то я как бы, может, занимаю время. Ну как, время-то ваше, хоть мы уже пересидели рассчитанное. Ну, я говорю, все это, так сказать, нужно переварить. И я понимаю, что подходы, так сказать, новый, вот у Латиковского много интересного, я, так сказать, не спорю. Отличие, я сказал, что у него, так сказать, у меня плоский, а у него вот параидальный. Да, хорошо, да. Мы поняли, а то, как сказать, вы повторяетесь. Да, я понял, хорошо. Что-то... Да, просто... Объяснить еще. А, есть, у меня есть критика. Ну, критика, да. Пожалуйста, это хорошо. Так, ну, относительно пули, выпущенной из ружья, пистолета, артиллерийского орудия, снаряда, никакого льготного расстояния гравитации не предоставляет никакому снаряду. Сразу после покидания среза ствола огнестрельного оружия, этот снаряд начинает падать к земле. Его давят потоки частиц топологического излучения и придавливают к земле. Второе. Вот это самое. Докладчик высказывается слово «водоворот» в приложении к вихрям материи. Плоским, не плоским, все равно. Вот это водоворот. И высказывает еще вот этот самый вентилятор. Ну, его как-то можно понять, этот вентилятор, как модель испускания потоков частиц от какого-то объекта материального, как модель электростатических потоков квантов электростатического поля и так далее. Но водоворот в приложении к тому, что не может быть названо жидкостью, это нонсенс, я считаю. Ну, и тут еще есть высказывание людей, критика о том, что Вселенная не расширяется, она стационарна, никаких увеличений, уменьшений объема пространства нет. Ну, так я отсылаю их к Госдуме нашей. Пусть посылают туда проект закона о том, чтобы запретить расти объема пространства Вселенной и назначить ответственность, расстрел или какие-то другие наказание тем людям, которые осмеются опровергать этот закон, его пытаться обходить, представлять аргументы в том, что этот закон не действует на Вселенную, она живет сама, по своим законам, естественно. Вот как аудитория реагирует на мои высказывания. Ну, я думаю, что быть приверженцем той или иной точки зрения не значит, что надо закреплять законодательно, что больше никто не мог придерживаться другой. Так что... Ну, инквизиция средних веков, она действовала, и у нас еще до сих пор действует антинаучная инквизиция в форме комиссии при президиуме Академии наук России. О борьбе с уже наукой и научных исследований.
И действие этой комиссии показало вот это, тот самый, та самая лужа, в которую сел ВАК, которую пришлось разогнать, лишить, отправить в отставку начальника этого ВАКа. По поводу пули, я просто как-то хотел, ну, визуализировать, чтобы... По поводу пули я просто пытаюсь какие-то образы, понимаете, передать, чтобы вот донести, ну, физическое какое-то представление. Понятно, что вот пуля, то есть, может, я тут неправильно подобрал образ, чтобы объяснить. Ну, тогда, может, другой образ, который будет, вот, стрелять трассирующие пули. Если вот человек стреляет трассирующими пулями, они летят, ну, по линии. Но если они летят по дуге. По дуге. Да, по дуге, согласен. Ну, в вакууме будет лететь, допустим, по линии. Но если вы будете автомат вращать, то вы увидите, так сказать, что линия, ну, исказится. Правильно? Ну, будет веер, который, опять же, да, каждая пулька опять будет падать. То есть, по дуге. Ну, по дуге. То есть, длина дуги изменится. Изменится, естественно, правильно? Но там за счет расширения ствола при нагреве от стрельбы очередями, соответственно, будет меньше кинетической энергии пули, и, соответственно, будет и больше испытывать сопротивление воздуха и так далее. Я хотел сказать, что и за счет вращения будет дохит вот этой линии. Ну, понятно, нет, что там притяжение земли... Вращение пули – это ее рыскание, это ее прецессия вокруг оси вращения кончика пули. Ну, это просто увеличивает или уменьшает лобовое сопротивление пули. Нет, ну я тут сейчас тогда как-то попытаюсь это там... Если вот у нас есть, вот вы из центра, допустим, производите какие-то выстрелы, и если центр, так сказать, стационарен, центр вращающийся, то распределение на определенной поверхности, так сказать, на определенном расстоянии будет разное. Из-за того, что пули надо пройти больше пули. И поэтому распределение, оно будет на эту стенку. Если будет изменяться горизонт вертикальной плоскости, то да, будет изменяться... дальность полета пули. Давайте я попытаюсь еще. Вот наиболее такой хороший пример, который позволит мне, так сказать, объяснить мою позицию. Если пуля пролетает, ну, грубо говоря, 100 метров, она бьет силой 100 ньютонов, правильно? Если мы сейчас начнем вращать вот наше оружие, то пуля пролетит не по прямой 100 метров, а по дуге. И пролетит не 100 метров, а 110, правильно? Нет, она полетит по тому направлению, которое у нее был задан в момент вылета из среза ствола. Ну, если будет вращение, то вы придадите скорость вращения пули вбок. Ну, вращение вы придадите. Ну, возьмите шланг, когда вы так летите, и потом его поверните. Вы увидите, что изменится длина прохождения струи на какой-то объект, который вы поливаете. Так она проходит 100 метров. Вы считаете, что добавляется центробежная сила за счет... Длина пробега увеличивается, правильно? Длина пробега увеличивается... Это нужно для того, чтобы добавить... ...ощутимый момент импульса, то нужно это вращение создать... Очень большое, правильно? Да, очень большую угловую скорость. Радиус, я вас понял. Возьмите радиус протона и разделите его на скорость света. И посмотрите, какая там частота будет. Я не об этом говорю. Я о том, что длина увеличится, понимаете? И за то, что длина увеличится, допустим, так, если вы прямо стреляете 100 метров, а если вы так будете вращаться, оно пройдет 110, оно пройдет по дуге. И в результате, вместо того, чтобы ударить силой 100 ньютонов, и за то, что оно пройдет больше 110 метров, она ударит не силой 100 ньютонов, а 90. В результате вот воздействие оказывается меньше. Вот это и есть изменение гравитации, понимаете? Нет, нет, нет. Неправильная у вас модель. Неправильная. Возможно. Согласен сказать.
возможно, неправильная модель. В научных дискуссиях, в научных выступлениях нужно максимально четко формулировать свои мысли и не путать разные явления, которые представляются в этом выступлении. Ну, понимаете, я мог написать вам формулы, вывод формул, мы бы поговорили с вами о математике. Математические формулы – это жонглирование символами и порядком структуры расположения символов в этих конструкциях математических. А нужно смотреть именно физическую суть, физическую модель того, что мы воспринимаем, то, что мы видим в мире вокруг нас, и внутри себя. Формула – это всего лишь логический аппарат количественного отображения тех числа объектов, которые мы рассматриваем, однородных, чтобы они были. Если разнородные, то уже все. Эта математика уже не работает, она уже заведомо содержит ложные результаты вычислений. И плюс еще математика страдает тем, что монотонные, однообразные, линейные ряд последовательности. Ну, хорошо, давайте мы опять, как всегда, отвлекаемся от всего. Сетевую структуру взаимоотношений множества объектов друг с другом не учитывает. Хорошо, а то мы, как всегда, ушли в ту далекую сторону. Ну, я думаю, понятно, в чем заключается критика. Ну, пожалуй, можно согласиться, из-за того, что вы описываете явления одни, примеры, где, в общем, эти категории, что ли, неприменимы, поэтому они, может, и похожи, но там используются разные явления, и поэтому, ну, тут вопрос стоит, насколько аналогия, их можно... насколько... Это аналогии, конечно, насколько их можно сопоставить из того, что там разные эффекты, наверное, присутствуют. Суть вопрос в этом. Может, это и понятно красочно, но... Конечно, встает вопрос правдивости, насколько это будет. В науке нужно стараться избегать какие-то там спекуляции. Нужно пользоваться четкими определениями. Да, ну, понятно, хорошо, спасибо. Есть еще вопросы, критика, комментарии? Что угодно будет, будут от аудитории. Если не будут, тогда, наверное, осталось поблагодарить только докладчика, поблагодарить всех участников и, по крайней мере, официальную часть на этом завершить. Спасибо вам, Сергей Николаевич, за доклад. Я думаю, что новый подход расширяет мировоззрение людей. И за это мы вас и благодарим. И тогда, чтобы закончить запись, я прощаюсь со всеми, говорю спасибо, до новых встреч.